Нормально. Бежим вперед. А, ладно, не. Лучше вниз. Такой план. Я нахуй прыгаю ему по башке, блядь. Сразу вправо беги, за столб встаешь. Сюда, прыгай. Да прыгай, блядь! И встаешь, да, долбоёб! Беги туда вперед, быстрее. Давай! Тормози вовремя. Да не сейчас, блядь! Вот сейчас. Убил его. Тормози, мудак, блядь! Р жми, блядь! Жму! Перезарядка! Тирься, блядь! 4, 4, 4. Тирься, нахуй! 4. Да куда ты? Ладно, иди, блядь, уже, иди! И тормози вовремя, когда увидишь его! Тормози сейчас! Да взойди, нахуй, дверь! Сука! Блядь! Вообще реально весело, если честно. Всем привет! Всем привет, дорогие друзья! Никита, привет! У меня сегодня день рождения, хотел подрубить стримчик пораньше, а тут... В 10 часов по Москве мы планируем техническое обновление игры. Я вам расскажу немножко сегодня программу, ребят. Сегодня программа увеселительная. Во-первых, техническая обнова, патч какой-то. Второе. Сегодня ко мне придут гости. Гости действительно подписчики. Это именно люди, которые сидят у меня на стриме, донатят, общаются и так далее. Далее. У нас сегодня, ребят, доступна рулетка. Что это такое? Каждые 500 рублей будет крутиться рулетка. Выбор песни, выпить сидр, выпить пиво, попить воды, выбор карты, чокнуться за здоровье. Я... читаю чпокнуться, тоже можно. Песня «Мне сегодня 30 лет». Надеть балаклаву, надеть тельняшку, надеть синий берет, подарочная подписка от Тирана, випка на Twitch и подарочный мерч от Тирана. Помимо рулетки у нас будет мем-алертс, мем-партия. Не хотите, просто смотрите. Розыгрыш сегодня будет 2 копий Таркова в 5 часов вечера, ребят, по Москве. Кстати, я заметил, что очень у многих людей в сентябре днюха. Мне кажется, у многих в сентябре днюха. Знаете почему? Хотите, я вам прикол расскажу? Короче, Новый год, все празднуют, напивают, потом в постель, и через 9 месяцев, ровно сентябрь, рождаются дети. Подарочки новогодние, ребят. Я мамин новогодний подарочек. Но у меня пока сидра нет, поэтому мы это запишем. И мы это потом наверстаем за день. Ребят, все, что мне желаете, пусть вам вернется в трикратном объеме, я вам очень признателен. Так, ребят, за ваше здоровье. И за мое очко. Видите, как скорость игры решает, ребят? Нужно прокачивать вашу скорость игры, чтобы вот так вот двигаться. Вот этот момент, если пересмотреть, 80% игроков в Таркове не то, что стрелять так не могут, даже двигаться так не смогут. Нужно тренироваться. Человек вот здесь вот, например, мог бы побежать просто прямо, но он прыгнул справа, потому что так безопаснее, потому что слева у тебя есть стенки и заграждение какое-то. Все, завтра бай. Бля, охуенно. Надо еще сделать, обязательно найти, а почему-то потому. За ваше здоровье, ребят, пока только водичка. По поводу тренироваться. Ребят, когда вы приходите в эту игру, если вы хотите научиться в нее играть так, чтобы кайфовать, все, что вам нужно сделать, это всего несколько вариантов. Первое. Побороть страх. Смотри мое видео, как побороть страх в Таркове. Далее. Активно играть. Тебе нужно делать какие-то вещи для того, чтобы противники умирали, а не просто ждать и ловить их на ошибки. Чел на дереве сидит. Чел сидит с гранатой РГД. Пиздец. Жуто, жуто, жуто. Жуто, жуто, желто, желто, жуто, жуто. Это польский? Як бим достав, то... Буянов это my brother from another mother. Через минут 25. Опа, поехали. Сейчас, мужики. Колпак с тиранозавром. Прикиньте. 13 часов спустя. Нормально? Я нормальный, я абсолютно нормальный. I'm totally fine. Один аэродром. О, мужики, так это пирожное. Бля, реально вкуснотища. Ребят, за ваше здоровье. Ну все, поехала жара. Пока сидра нет, попозже мне его привезут, я это все выполню обязательно. Я себе ебальник набью.
Я уже договорилась. Опять сидр нахуй. Бля, мужики, ебать, время летит, вы не представляете. Только недавно вроде 25 было, только недавно 22, 20, бля, думаю, ёперный боберный. Здорово. Пришли подписаны, мужики. Привет, здорово, здорово, пацаны. Это мой фанат. Бля, зацените, какой я жирный здесь. Вот сравните, какой я сейчас. Посмотрите на руки, на, блядь, на ебало, посмотрите. И это всего за пару месяцев, мужики. Хорошо, хорошо. Здорово, ребят, как жизнь? Меня зовут Николай. Это типа... Николай Борисович. Заебись, мужики. Вы Тарков починили раньше времени? Ничего себе. Тебя будем ебать, ребят. Главное, не жопой. Присаживайся. Бля, Дундук вообще мимный тип, конечно. Подружиться бы с ним. Ноль звуков. Берег я сходил, резерв сходил. Челлендж обосрался. Сейчас будет жесткая заруба. Ну что ты сегодня? Спиздесусик? Я жму 4, блять. Алло, нахуй, игра. Ты чё, нахуй? А ничего, ман. Сосать! На эрекцию, тупо, блять, перевернул его нахуй. Девочки, вы упали. Даже бухой, смотрите, что творю. У меня с алкоголем разговор короткий. Он налил, я его попросил, и представляете, он реально налил. Это не моча. Пью стопарик какой-то хуйни красный. За ваше здоровье. Но немного пью его. Мне пизда, мне пизда. Улечу я на-на. Музыка пошла, ёбочка, пошла. Лев у нас противник, очень близко. Это с той стороны чувак бежит. Мы сейчас его трахать будем. Будем трахать его без вазелина, ребят. Верите? Ах ты, ебадула! Тише, тише, тише. Сосать! Бухой вчера всех убил опять! Тупо на эрекции, тупо на автомате. Здорово, здорово, здорово. Мне тираннозавра купили, мужики. Здорово. День рождения. Всем привет. Это Тигран. Это Тигран, мужики. Да не Тигран, Тиран. Пошла зараза. Бля, тираннозавр реально охуенный, скажите, мужики. Так, я иду на маяк, мне нужно ВПХ. Бля, подожди, ебут. Ну почти. Ну ты вообще новичок. Бля, охуеть. Чувак пришел на днюху и говорит, сейчас легендарку вытащил. И вытащил, блядь. Надеть тельняшку. О, охуенно. Такую классную штуку вырылил. Так, есть тельняшка, мужики. Осталось до сета, балаклава. Короче, мужики, мы сейчас с Артемом будем играть вместе. Он будет на клаве, я на мышке. Я тебе буду говорить, куда идти. Бежать. В смысле, я буду сам идти, ты будешь стрелять. Ты же не знаешь, куда идти, блин. Так я сам решу. Сейчас будет пизда. Да иди, что ты делаешь? Да, не на очке играешь. Два раза выпить соль выбил. Бля, випка на Twitch, братан. А чё вибрирует-то, блядь? Дай загляну в ящик вот в этот. Вот этот? Да. Жми F. А, F. Жми, блядь, F нахуй. Давай сюда, стой. Вот здесь, вот, видишь? Вот, ага, стой. Красавчик. Назад, ага. Все, идем на Мерс. День рождения, Леха, всех благ тебе, пиво светлого и лука сочного. Бля, справа, бот, беги быстрее на ту сторону. Я дышу контейнер. Просто беги, просто меня беги. Меня стреляет, просто Лешенька, беги. Лешенька. Все, все, все. Смайл, поздравляю. Надо на випку на 2 месяца уже. Хлопай. Вон у тебя перед ником випка, брат. Так, сейчас. Артем, нужна концентрация. Смотри, мы бежим. Все, забей. Давай, иди наливай. Опа! Слева сверху есть такая
Ой, какая. И там лайфхаус. А чё ты такая маленькая сенса, ё-моё? Тихо. Страшно тебе, сука! А чё стул мокрый? Я бы остался. Тряпки тащи! Я же говорил, что надо было утку ему подарить. Блядь, ну помолчи, ты хочешь идти. Сука, ну как ты не сдох, блядь? Ребята, я Нику Лобана убил. Так, мужики, сейчас быстренько розыгрыш проведем. Так, первый победитель человек Егор Филипенко. Второй победитель, ребята, Александр Ярослав. Поздравляю тебя, пока. Иран, давай. Сейчас я загружусь. Пойдет загрузка, и я буду делать. Зачем? Ой, душнило. Вот душнило сидит, вот он, душнило, вот он, блядь. Как гусь щипается, а? Я есть гусь, хрустальный гусь. Нет. Фу, ну ты вообще красный, а? Да. Черт! Помимо того, что я умею хлопать одной ладошкой, я еще могу костяшками передвигать. Смотрите, оп, оп, оп. Ладно, мужики, меня заставляют, я не хотел. Всем спасибо, кто смотрел сегодня стримчик, ребят. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо большое вам.